Всем привет! Был запрос сделать расклад на деньги. Деньги, деньги. Сделаем снова на Heaven and Earth. И такой вопрос, почему сейчас вдруг у вас там какие-то вот... Не нравится вам ваше финансовое состояние? И давайте посмотрим на 4 карты. В чем может быть причина, что эти проблемы, что это неустройство, неудовлетворенность у вас сейчас присутствует. Первая. Вторая. Третья. И четвертая карта. Так, поехали. Первая карта. Восьмерка жезлов. В чем может быть проблема? Вы распыляетесь, вы очень торопитесь и хотите быстрых результатов. К сожалению, так не получается. Порой требуется терпение, выдержка, чтобы вот ваши плоды созрели, чтобы вы получили то, что хотели, необходимо все-таки проявлять терпение. А вы прямо, знаете, вот пытаетесь успеть и там, охватить слишком большой масштаб, сразу захватить, да, слишком большую поверхность, слишком большую площадь, слишком много людей, слишком много клиентов, не тянете. Выберите какой-то один приоритет и вот не пытайтесь расклонироваться, пока, ну не ваше это, да, не хватает ресурсов. Поэтому не торопитесь, выберите что-то одно и вот спахивайте какую-то одну цель, одну тему, и у вас обязательно получится. Ну, как иначе, у других же получилось. Вторая карта. Что проблема по краю Пентакли? Жадничаете. Пытаетесь удержать все в себе, не инвестируете, не развиваете. Да? То есть у королевы Пентакли какая проблема? Она пытается сохранять, она пытается удерживать. А если вы хотите, чтобы у вас все-таки было нормальное, благоприятное финансовое состояние, деньги должны все-таки вращаться. Деньги любят двигаться, они не любят лежать. В вашем случае, да, складываясь в кубышечку, это не лучший вариант. То есть деньги должны активно работать. Куда-то надо инвестировать, с кем-то надо взаимодействовать, устраивать коллаборации. То есть денежки должны двигаться в вашем случае. Наладьте вот этот поток, да, не стабильный какой-то болотце, да, то есть вот разложили денежки и думаете, что вот они будут лежать и сохраняться, и как-то там каким-то особым образом множится. Нет, не получится. Деньги у вас в вашем случае должны двигаться. Выстроите вот эти потоки, выстроите коллаборации, и тогда денежки у вас будут размножаться. Так, третья карта. По-моему, вы слишком ориентируетесь на прошлое. То есть, либо вы там друзей поддерживаете, либо родственников. Вот какие-то старые связи, они вас сейчас удерживают. Либо деньги отдаете родным, там, родителям, детям. Вот, ну, какие родственники, родственные связи, да, они вас сейчас вот вытягивают из вас ресурсы. Пытаетесь поддержать, пытаетесь выглядеть, ну, выступать в роли такого поддерживающего старшего товарища, и вам это очень дорого обходится. Либо вы руководствуетесь вот теми моделями поведения, которые были приняты у ваших родителей. Ну, они же вот так жили, как же-то они вот так жили, да, бедненько, скромненько, ну, вот как-то, да, выживали же, да. Это не жизнь, ребят, это было существование. Все-таки обратитесь лицом в будущее, да, сейчас совершенно другие стратегии, чтобы жить счастливой, успешной жизнью есть. Так, четвертая карта. Чего денег нет? Мне кажется, что, ну, вас просто обманули, да, то есть как бы кто-то мог наехать, и, ну, кто-то вами пользуется, а вы поддаетесь в данном случае. То есть есть какой-то вот прям наезд с чьей-то стороны, либо раньше, знаете, вот кто-то вот с вами поступил достаточно грубо, достаточно предвзято, да, и вы испугались, а теперь боитесь двигаться, боитесь выступать с активной позиции. Порой, знаете, мир проверяет нас, ну, по-моему, практически всегда проверяет на прочность, сдрейфите вы, испугаетесь ли вы, да, и то, что вам казалось в прошлом вот каким-то ужасным просто вот монстром кто-то, да, вот на вас там, ну, грубо пошел, вот, сейчас это может быть казаться совершенно не так, да, то есть проявлять активность, проявлять стратегии, возможно, вы этого монстра-то и завалите, да, если кто-то от вас сейчас пытается отжать грубостью что-то забрать, но есть способы, чтобы с этим справиться. Просто проявляйте более широкий кругозор. Найдите новые способы. Найдите других людей, других экспертов, которые обязательно вам помогут. И вы потом... То есть, если вы сейчас выступаете как проигравший, да, кто-то вот вас просто что-то отобрал, забрал себе, то если вы найдете новые возможности, не испугаетесь, не стушуетесь, то сможете и... Ну, это моридиски, да, и
вломить еще больше, с еще большими процентами.